На границе Таджикистана и Кыргызстана снова стрельба. Что произошло? Кыргызские пограничники не пустили жителей Чаркуха на лечение в Кумазор. На границе Таджикистана и Кыргызстана произошла очередная стрельба, сообщил источник «Спутник Таджикистан». По словам очевидцев, выстрелы слышны в Махали-Кумазор, в районе поселка Чаркух, граничащем с Баткенской областью. Согласно данным источника, несколько граждан Таджикистана отправились на лечение в Кумазор, однако киргизские пограничники не дали им пройти и несколько раз выстрелили в воздух. В ответ таджикские военные также открыли предупредительный огонь. Известно, что власти из Фара и Чаркуха, а также их кыргызские коллеги выехали на место происшествия. Подробности инцидента уточняются. Власти Чаркуха отметили, что Кумазор находится в пределах поселка, но в последнее время кыргызская сторона блокирует въезд жителей в этот район.